Жительница Лиминды Елена Дарчева первой переступила порог нового акушерского отделения. Своего второго ребенка, долгожданную дочку, она ждет со дня на день. На новом месте женщине понравилось все. Просторная палата, теплый цвет стен, удобная кровать, большое окно и, главное, отдельная душевая. Красивый холл вот там, вот, как поднимаешься. Ну, с тем родом, конечно, совсем разница другая. Оценили новое родильное отделение и медицинские работники. Акушерка Валентина Зыкова проработала в Котловском роддоме 35 лет. Говорит, после старого здания. Здесь особенно много воздуха и света. И, конечно, все функционально, хорошо оснащено. Очень нравится. Красиво, просторно. Новенькое, всегда-всегда приятно. Заселение акушерско-гинекологического корпуса проходило в спокойной рабочей обстановке. Сначала заехали беременные, готовящиеся к родам. Их палата расположена на втором этаже. Следом за ними пациентки гинекологического отделения. Оно открылось на третьем этаже. Все системы жизнеобеспечения проверены, все работают. Вот. Завезена и подключена вся необходимая аппаратура. И с сегодняшнего дня мы начинаем оказание круглосуточной помощи женщинам, как беременным, так и гинекологическим, но в новом здании. Первый этаж – это родильное отделение. Оно уже готово принять рожениц. Кстати, за несколько часов до переезда в старом корпусе сегодня на свет появился мальчик. Им, видимо, и закончится славная история старого роддома.